Ну, сегодня достаточно неплохо начали игру. Хорошее движение было. Настраивались на серьезную борьбу. И много моментов создавали, с реализацией небольшие проблемы. В конце игры допустили какие-то глупые, наверное, ошибки, из-за которых пропустили ненужные голы. Ну вот что делать с реализацией, как с этим бороться? Чего-то, может быть, удачи просто не хватает? Ну, здесь, может быть, и удачи не хватает, может быть, хладнокровие в концовке, на завершение. В принципе, все ребята работают над этим компонентом, стараются. Я думаю, что дальше будет лучше. На старте чемпионата не так удачно действовал именно в стартовом игровом отрезке, а вот сегодня сумели как-то перестроиться. За счет чего был настрой особенный? Ну, мы много разговариваем на эту тему, на самом деле. У нас это проблема, и сегодня вышли, постарались начать сначала игру, чтобы не дать сопернику легко войти в игру и повести в счете. Ну, в концовке вот движение было не так сильно заметно с нашей стороны. Подустали? Ну, возможно, подустали. Возможно, и напряжение сказывалось, потому что играли шайбу в шайбу, счет равный. И плюс, я опять же повторюсь, допустили ненужные ошибки. И, в принципе, эту игру мы должны выигрывать были. Что скажешь болельщикам вот после такого матча? Да, хочу пожелать им, чтобы они продолжали за нас болеть, не отчаивались, победы придут. Я думаю, что все будет хорошо у нас.